Салют, братюнь, ты на канале не карате, бокс не карате, тут думать надо, есть о чем подумать и, естественно, есть что обсудить. И сегодня обсуждаем Мураджона Ахмадалиева. Объединенного чемпиона, хозяина двух титулов IBF и WBA. Говорить будем о его потенциальных соперниках, будем говорить о том, с кем он должен защитить титул, с кем он должен объединить титул и о потенциальной угрозе для Мураджона Ахмадалиева. Я думаю, будет интересно. Мы уже поговорили о том, кто же будет соперник Ойргашева. Возможно, это будет Реджи Прогресс. Видео здесь. Также видео здесь. 15 августа уже определился со своим оппонентом Шахрам Гиясов. Смотри, комментируй. Франциско Рохо. Видео я тоже снял. Обязательно посмотри. Ну а сегодня добрались до Мураджона Ахмадалиева. Мы не будем детально останавливаться на каждом оппоненте. Я обозначу, опасен, нет, почему, и, соответственно, пойдем дальше. Ну чё, пацаны, аниме? Если будет назначена какая-то очная встреча, мы ее, естественно, будем уже плотничком разбирать. Все нюансы, все детали, подводные камни, ничто не останется незамеченным. Обо всем поговорим. Как говорится, за пивасы потасу, я тебе под дверь носу. Но сегодня в таком формате. Соответственно, у нас Мураджон Ахмадалиев владеет титулом WBA, IBF. И, стало быть, первое, с чего надо бы начать, это разобраться с обязательной защитой. Титулы время от времени надо защищать. Касательно IBF, у меня вообще нет никаких сомнений, что все будет на изи. Первый претендент отсутствует, второй тоже. Третья перчатка – Анджело Лео. Америкос абсолютно безударный, абсолютно неинтересный, здесь никаких проблем не будет. И вероятнее всего это будет первый поединок после карантина. Кем скрестит свои перчатки? Мураджон. Второй обязательный претендент уже по линии WBA – это Азат Аванесян. And that was to the right, and it is over. A first round KO for Azat. Более серьезная оппозиция в лице армянина, 31 год, бьющий, напирающий, постоянно давлеющий над своими оппонентами. Но для Мураджона и его уровня бокса Аванесян, пожалуй, не дотянется. Он быстро выдыхается, ему уже 31 год. Вот, брат, такая история. Две защиты, я думаю, никаких проблем не возникнет. Это касательно обязательных защит. Касательно объединительных поединков. Два мексиканца владеют остальными титулами, а WBO – это Эммануэль Наварретте, ну и, соответственно, WBC – это Рэй Варгас. Парни достаточно серьезные, достаточно тонажные. Можно сказать, что они являются нокаутерами и в своей специализации мастера. He's tough. He won't lay Matsumoto in Japan. They touch gloves like, hey, you know. Also, it's a scheduled 10 rounder. This is not Marate we're talking about. Worry about the. Uriel Lopez and seems to be breaking him down. Although Uriel lands a nice body shot, but once you hit Navarrete, you better get out of the way to the gut. Right on the Kenya, right there. Boom. Right above that, and here comes combinations coming from every angle. Every angle from underneath. No touching gloves here, Tim.
There he goes down once again. Срубать людей наповал. Это они могут. Работать корпус для них никакого труда не составит. Но бить по статичным целям своих соотечественников у них получается хорошо. А как они будут действовать непосредственно с Ахмадалиевым, большой-большой вопрос. У меня большие сомнения, что хоть один из этих парней сможет доставить Мураджону какие-либо проблемы. Я думаю, пройдем без затруднений. А вот откуда исходит действительная угроза, так это из легкого веса. Брат, там есть такие ребята, которые уже заявили о своей готовности переходить в новый вес. И я думаю, ты уже догадался, о ком идет речь. Речь пойдет о Науя и Нуе. プロですからね、お客さんが見てるということでね、KOにこだわったってところは非常に素晴らしいですね。もう聞いてますもんね。右のストレート、村田さん、いかがでしたでしょうか。いや、素晴らしい右でした。 続けていこうという声が飛んでいました。はい、そしてまた前に出ます。河野が前に出た。左だ、右だ、井上の左、河野は耐えられた。井上は喧嘩、一発の重みがこの音から左。 井上尚弥が1ラウンドからいきなりのこの衝撃でした。このボワイエル突き刺さって左のボディーが、膝を突き刺した。井上尚弥、さあ左のボディー、もうその時は使いかもしれない。右から左、左のボディー、世界を見てくれ。 Вот это реальная угроза. Вот это, брат, уже вызов. И вот к этому парню имеет смысл присмотреться уже сейчас. И теперь вопрос дебюта Инауя во втором легчайшем весе – это вопрос времени. Так что, брат, самый опасный товарищ для Мураджона Ахмадалиева – это Науя и Науэ. Обязательно бахни комментарий, что ты думаешь по поводу этого поединка. Ну а на сегодня у меня все. Не забудь подписаться на канал, бахнуть лайк. И долбани ты в этот долбанный колокол, дабы не пропустить следующего шедеврального выпуска. Как будет бой обозначен, обязательно будем разбираться детально. Ну а пока все, пока. Ну а на этом все. Подписывайся на канал, ставь лайк и до новых встреч. Чё, пацаны, аниме? Чё, пацаны, аниме? Чё, пацаны, аниме? Чё, пацаны, аниме? Чё, пацаны, анимешники?